Киев, вечер 1 января 2018 года. Серьезное ДТП с пострадавшими. Предварительно столкнулись автомобили Mercedes и Audi. Говорят, именно Mercedes, двигаясь от метро Сырец, к сожалению, влетел в лобовую в Audi. И, к сожалению, это привело к очень серьезным последствиям. Вот мы видим разбитый полностью автомобиль Audi и очень серьезно поврежден автомобиль Mercedes. Работает на месте полиция сейчас, супергруппа. И, к сожалению, в этой аварии пострадали, друзья, очень сильно 4 человека. Это семья из Audi, муж, жена, ребенок и водитель автомобиля Mercedes. Сработали подушки, однако салон очень сильно деформирован. Вот что и привело к серьезным травмам. Тем более у водителя Audi находится заглушка в салоне. То есть он, скорее всего, не был пристегнут ремнем безопасности. Движение сейчас по улице с резкой полностью перекрыто. Стоценко, прошу прощения. А до свидания. Так, Киев, вечер 1 января 2018 года. Работаем на месте серьезного ДТП с пострадавшими. Улица Стоценко. Предварительно водитель автомобиля Mercedes, двигаясь от метро Сырец, на скорости выехал на встречную полосу и протаранил двигавшийся навстречу автомобиль Audi. К сожалению, в Audi люди не были пристегнуты. Серьезные травмы получили водитель, пассажир и ребенок. Это его супруга и, соответственно, сын. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Также серьезные травмы получил водитель автомобиля Mercedes. У него переломаны ноги, таз. Он доставлен срочно в реанимацию 17-й политравмы. Отмечу, на месте работали спасатели, спецотряд САРС, которые оперативно извлекли пострадавших и начали оказывать им первую помощь. Будьте осторожны, друзья, потому что улица Стоценко – это очень аварийно-опасный район. Присылайте нам материалы в дарок на Инстаграм, пожалуйста, в личное сообщение в Фейсбук. Ставьте хорошие оценки и помогайте, пожалуйста, лайками, комментариями, репостами. Всем удачного, безаварийного вечера и удачного года. До связи.